Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я заехал на почту, и вот результат. Пришло 3 посылки. Ну что ж, давайте посмотрим, что к нам пришло. Начнем с первой посылки. Что-то тяжеленькое, небольшое. Так. А пришел небольшой складной нож реплики фирмы БАК. Давайте откроем, посмотрим, что же. Туго. Ха, прикол. Обернутый фольгой. Блин, у меня единственная идея возникает. Специально, чтобы не светился на рентгене. Хотя я точно не знаю. Ну, интересно, ладно. Вот наш нож. Продавец заявляет, что материал лезвия 5CR13 MOV. Ручка дерева, твердость самого лезвия 57 HRC. Длина самого лезвия 5,8 см, толщина 2,9 мм. И длина самой ручки 8,9 мм. Что привлекло мне в этом ноже, это карабинчик. В рыбацкий наборчик куда-нибудь кинуть, или постоянно при себе, там на поезде не будет зацепил, там на какую-нибудь лямку. Очень, очень удобно. Ну и проверим, насколько он острый. Видим, что острота у него вполне и вполне. Сбривает на ура. Ну что ж, вполне неплохо. А мы пойдем дальше. Давайте посмотрим следующую посылку. Такая вот пакет. Может, что-то там небольшое. Откроем. Что это? Ага, это кронштейны для ноутбука. Такие вот кронштейны для ноутбука Hewlett Packard Pavilion D6. Немножко погнутые, но они легко равняются. В следующем видео мы будем их менять. У меня прыгнул код на ноутбук и отломал одно крепление, вообще отломалось. Поэтому я заказал, будем менять. Все это покажу, все это сниму. А мы не будем задерживаться и пойдем дальше. Так, следующая посылка у нас доставили фирмы SDEC. Посмотрим. Я догадываюсь, что это должен был прийти, правильно. Догадываюсь. А пришел к нам петличный микрофон Boya M1. Самый лучший петличный микрофон в бюджетном варианте. Так, ну коробка немножко помята. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Все ли в порядке с ним? Так. Есть у нас вот такая вот насадка антиветер. Пушистенькая. Дальше. Все в кожаном чехле. Ну, в крайнем случае, похоже на кожу. Такие вот две инструкции. Написано, что для смартфонов ползунок вниз, для подключения к другим устройствам ползунок вверх, включение дополнительного питания. Ладно, это все понятно. Перейдем непосредственно к самому микрофону. У нас имеется вот такой вот микрофон с длинным кабелем, с дополнительным питанием. Крутим. Видим, здесь батарейка стоит. Вот сам микрофон. И аксессуары к нему. Если посмотрим, что к нему идет в комплектации. Обыкновенная поролоновая насадка. Прищепка. И переходник. Обзоров на этот микрофон очень много. Но если вы хотите, напишите в комментарии, и я сделаю свой подробный обзор на этот микрофон. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии и подписываемся на канал. Всего доброго, пока!